куда? Все, на все, пока. Со мной хочет дела делать. Сына, пока. Пока-пока. Иди домой. Скажи папе пока-пока. Маме скажи пока-пока. Маме. Да, ты как убегаешь. Пока-пока. Ну-ка, как ты умеешь? Покажи. Пока-пока, сделай. Ой, все. Да сейчас поставь. Да сейчас, сейчас. Тебе три кота или синий трактор? Только что с ванной вышел. Да сейчас, сейчас. Вот, смотри, смотри. Вот, я тебя включу, смотри. Три кота. Три хвоста. Три кота. Три хвоста. Сына. Сейчас я включу. Подожди, две секунды. Ножки-то ты у него. Ножки, это кого ножки-то? Я кого тут ножки, ножки, ножки. А, где ножки, ножки? Кого тут ножки, ножки? Три кота. Три хвоста. Я не, так и не увидел, сына. Покажи, у тебя новая соска? Покажи. О, ничего себе, дай мне, я посмотрю, дай. Классно, ну-ка. Новая соска у тебя, покажи соску свою. Ух ты, какая классная у тебя, сына. Поздравляю тебя, поздравляю. Все, иди маме теперь, покажи, иди маме. Он реально сам есть. Тогда я даже вообще его не кормила. Положили ему и все. Сколько ему? Год и три. Сегодня, сегодня пятое? Да. Вот ровно год и три сегодня. А, да? Да. Молодец, сыночек. Год и три уже сам ест. Сейчас он ложку потерял. Что это у тебя? Песенки поешь? С воздухом даешь ему. И сразу собственно. Еще будешь еще? Будешь еще воду? Еще будешь? Сыночек мой только проснулся и сразу у него сушняк воды захотел. Сына, я тебе еще раз говорю, нельзя с печеньем сюда, нельзя. Он ругается еще со мной. Иди сюда. Иди сюда, я тебе объясню. Иди сюда. Иди сюда. Подойди сюда. С печеньем сюда нельзя. Кто тебя впустил? Иди на кухню. Что ругается со мной? Что это у тебя? Что это такое? Ты что ел? Сына, что это?
Иди сюда, быстрее, быстрее, иди сюда. Ну, это мой маленький сын. Я тебя люблю. Да. Все. Пока-пока, скажи бабушке. Сына, скажи бабушке пока-пока. Все, пошли. До свидания. Пойдем, сына, быстрее. Пошли, пошли.